Так, начали. Сейчас буду моделить вот эти вот штуки. Вот эти штуки. Та-дам. Та-дам. Так, крепиться это все будет непонятно как. Thank you.
Так. Крепление. Так, вот здесь он еще крепится внизу. Сейчас даже. Ладно, одна точка крепления вот здесь будет. Она будет вот здесь. Вот этот инструмент прикольно надо применить. Не совсем еще разобрался, как она работает. Блин. Что теперь будем делать? Как ту сторону это сделать? Так, вот, наверное, этот. Да ладно, хрен с ним, короче. Это не будет работать. Это не будет работать. Того пока оставим.
Так, вторая посередине должна быть. Не знаю, по-своему сделаем. Это чушь. Не знаю, сейчас все, наверное, смотрят и думают. Я пиздец криворукий. Бридж. Не знаю, почему я решил вот так сделать.
Почему-то... Что мне надоело этот форум. По новой сделать, я думаю. Какая-то фигня происходит.
Да, кстати, нижняя часть у нас интересную форму, кажется, имеет. Я что-то сначала не заметил. Так. Thank you.
Так, ладно, пока оставим это так. Так, кстати, делает. Наверняка мы тоже так сделаем.
Так вот. Это фокус не проходит. Так. Что-то я наворотил тут какой-то херни. Я зачем это делаю? Я форму хочу вот этой штуки поправить, она более такая выровненная, типа. Ну, то есть не имеет вот такого такого излома, как бы такой формы. Thank you.
Что-то вроде вот такого у нас будет. А, забыл, кстати. Вот этот вырез окна-то он должен быть такой закругленный. Вот такого. Конечно, излом от фейса идет такой. Это я поправлю потом. Вот к этим штукам бы перейти, конечно, но нам бы, друзья.
Individual origins.
примерно тачка обретает свой вид. Я отдельно сделал эту штуку, чтобы прикидывать по размеру, как они идут, чтобы в одном месте редактировать, чтобы она везде менялась. Вот, чтобы изменения касались всех, чтобы потом не переделывать, местами не двигать, не дублировать лишнего. Так, ладно, сегодня пока я закончу.